Как я вчера рассказывала, что я развелась с супругом, со своим бывшим. Он просто уходил в запой. В тот момент я не видела иного выхода. А теперь он вышел из запоя, что ли? Сейчас он вышел из запоя, у него семья, у него родился ребенок. Но у нас очень напряженные отношения с бывшим супругом, и мы постоянно делим ребенка, дочь у нас общая. И он либо просит... Простите ему, молитесь, простите, да. Молитесь, простите. Он просто, знаете, пытается все время отобрать меня. Вот смотрите, он виноват. Потом судьба виновата. Потом объем работы. Потом принятие. Потом я виновата. Смирение. Дальше. Спокойствие. Победа. Я то, что я разрушила. Нужна молитва. Обсуждать эту тему не надо, это бесполезно. Когда в сердце боль, ее просто надо принять. И не надо ничего говорить по эту тему. Он плохой, он плохой, он плохой. Помолилась, не он плохой, а судьба такая. Еще помолилась, я плохая. Еще помолилась, я не плохая, просто есть объем работы. Еще помолилась... Объем работы меньше, уже он начал нормально себя вести. И так далее. Хорошо. Вот молодец. Спасибо. Хорошо уже. Спасибо. Все отлично. Мне нравится, что вы так вот уже настроились. А если говорить о том, как побеждать судьбу, то нужно в человеке постепенно научиться видеть чистоту. В том даже, кого-то ты не любишь. Потому что в каждом человеке есть душа. Когда ты чистоту увидел, ты ее прощаешь сразу. Чтобы увидеть чистоту, надо добрые дела какие-то делать. Я желаю тебе счастья, молиться за человека. Постепенно ты чистоту начинаешь в нем видеть. Вы когда с первым мужем встретились только, вы с ним много гуляли, разговаривали, общались. Он очень по-доброму себя вел с вами. Он очень заботился о вас, служил вам. Вы это все забыли сейчас, моя хорошая. Вы не помните... Вы помните только обиды, злобу. Вот когда вы помолитесь, то вы вспомните его чистоту. И он вам простит в этот момент. Вот так устроена жизнь. Понимаете? Смотри, какая красота. И невозможно наглядеться. Ты не целуй ее уста. Коснись не только сердцем, смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет, наивность белого листа. От пустословия не спасает. Какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердца уйдет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться. И так далее. Учитесь этому. Хорошо.